Валерий Кумаритов содержит одну из крупнейших ферм в республике. На сегодняшний день у него более 300 голов крупного и мелкого рогатого скота. А начал он с малого. В 2018 году он взял в аренду земли и на свои средства построил ферму, купил несколько голов крупного и мелкого рогатого скота. По образованию он ветеринар и хорошо знал, как ухаживать за скотом. К тому же он сам говорит, давно хотел заниматься этим делом.25 лет своей жизни Валерий Кумаритов посвятил работе в правоохранительных органах. Выйдя на пенсию, он решил исполнить свою давнюю мечту. Признается, что от своей работы получает огромное удовольствие. На ферме созданы все условия для разведения скота. Пастбища в Схинвальском районе позволяют, чтобы количество скота увеличилось. У фермера есть небольшие проблемы, которые он пока не может решить самостоятельно. Одна из них – отсутствие электроэнергии на ферме. По словам Кумаритова, когда сюда проведут электричество, работать станет гораздо легче. Нур тозин фадабун кенен на рухсай. Рухстар мам найхофта зундар махадаг рохту нула високоулни бинай шлангтита филхатту. Валерий намерен развивать ферму, мечтать, чтобы количество скота дошло до 1000. Тогда он сможет обеспечивать население республики натуральной мясомолочной продукцией. Омалама сарвати таманичи озма порохотат. Набира куад Одамандарин суну озма алхан ва осломдар. Фатин фолия лоска хом хуздару 30 дизо, 30 дизо дар масага дизо дар. Хуздару ун тарой самай кумалистом то мана кардага. В этом году он приступит к закладке вишневого сада. На первом этапе он огородит территорию и уже осенью планирует высадить более 200 саженцев вишни. Елена Газаева, Регина Черткова, Ида Кочиева. Информационный выпуск сегодня.